Здесь я уже выставил свет. С момента моего прошлого видео прошло где-то 1,5 часа. Ну, с момента записи. Что могу сказать? Мне дали подсрачника за мат. Ну, как подсрачника? Не этот, не страйк. Нифига. Чисто кинули мне 18+, поэтому здесь я постараюсь не материться. Хотя это будет сложно. Я бы даже сказал, бать, как сложно. Вот. Я хочу показать реплей. Это могла бы быть победка. Чтобы вы понимали, у меня был Эдгар, который без старки, без снаряжения. И я чисто... Мне, как говорится, на букву П. Одно слово, а потом на букву Х одно слово. На По. На По. Есть такой Эдгар Аллан По. Писатель. И есть такой хуй. Это имя китайское. Вот мне похуй. Да. Так что я не матерюсь. Кстати, глаз у меня заплывший, блин. Словил где-то инфекцию опять. Зараза. А выглядит как фингал. Но он потом, когда пухнет, он выглядит как фингал. Надо к окулисту сходить. Хотя я уже вижу, камон, я уже вижу, что он опухлый. Капец, надо закапаться. У меня есть капли специальные, антибиотичные. Так, давайте комментировать бой. Я там как бы ебашу на фоне, извините. Вот, я тут юзаю гиперчардж, разваливаю 3 кабины просто. Сжираю их нахер. Эти дебилы собирают кубики. Давайте в не автоматик, давайте на себя закинем. Вот. Сейчас я резнусь. Что эти дебилы там делают? Вот я респаюсь и такой иду и понимаю, что ну ладно, 9 он вроде бы свалил. Я такой типа, ну ладно, сожру этого гада, сожрал. Понимаю, что там осталась станция, надо станцию будет лупить. Но меня сейчас подловят, по-моему, да, меня сейчас... А нет, станцию я слупил. Пока я лупил станцию, этот Мортис долбоёб вместо того, чтобы сейвиться, блядь, сдыхает и просто они уходят. Я потом высказал ему все, что я о нем думаю, потому что я хотел 10 победок нафармить, но не нафармил. Интересно, из-за того, что ты куришь в кадре, дают ограничения или нет? И за мой... я уже пару матов сказал, конечно, но... Раньше просто не давали. Вообще, почему мне дали... Естественно, астроплеер, они дебилы. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Здесь я на кольте играл. Прикиньте, я на кольте. Сейчас вы... Это лютый кринж. Я очень плохо играю на кольте. Если что, без сарказма очень плохо играю. Вот. Не, я не иронично плохо играю на кольте. Это прям не прикол. Вот. Но недавно я на основе взял кольта. И мы играли в паре с Барнусом. Он синик пиздатенький сделал. Типа, там на китайском написано какое-то оскорбление или что-то такое, там, или жопу, или хуй, что-то такое, я не помню, что он там сделал. И, по-моему, пенис. Короче, я не помню, что-то такое вот связанное с пенисом. Потом Варнус и потом гитарка. Не знаю, почему звали гитарки, но, видимо, ему по приколу. Я могу, кстати, менять, прикиньте, цвет освещения, типа, на более холодный. На более вот такой вот. Давайте вот так оставим, мне так нравится. Буду холодный тип сидеть. И курить сигаретку. Могу себе позволить хули. Я на своем канале. Вообще, я бы стримы пилил. Плюс в комменты, кто бы смотрел мои стримы. Но пока до этого, конечно, рано думать. Мне, по крайней мере, играть на одном устройстве и записывать видео с него будет неудобно, поэтому это нужно, если у меня будет планшетик, организовать можно будет стримчики. Типа, чтобы с одного устройства идет стрим видео с телефона, а с другого игра. И все это, естественно, через комп нужно будет подключать. Через ОБС-ку. Я этого делать не умею, но хули там учиться. Я просто так, знаете, решил записать видос на попиздеть. Я уже забил на то, что я не матерюсь, типа, здесь.
Авось прокатит. Вот. Давайте смотреть следующий реплей. Дефит. Давайте посмотрим. Я не помню. По-моему, мы там слили как лохи. Что это там у нас? Гимграб? Или что это? А, да, нас тут забулит. Забулит жестко. Давайте посмотрим. Я, как я уже говорил, я очень люблю нокаут. Я обожаю это мой любимый режим в Brawl Stars. Как я говорю, я вам в прошлом видео говорил, да, что я обожаю нокаут. Нокаут это настолько прекрасный режим, настолько интересный, настолько мне не горит жопа на нем играть. Первый раунд мы тащим. Настолько просто, ну вот я радуюсь жизни, когда я играю в нокауте. Я просто сижу, смотрю в нокаут и такой думаю, блин, вот бы только этот режим оставить в Brawl Stars, и все остальные убрали. Я бы играл бы круглые сутки, только бы в нокаут, только в нокаут. Настолько я люблю нокаут, просто невозможно. Я думаю, вы понимаете, что мой уровень сарказма сейчас просто зашкаливает. Сарказмометры все сломались. В общем, я вспомнил, как я проебу здесь. Это будет очень кринжово. Я даже передумал вам показывать. Нет, я уже покажу до конца этот видос. Но смотрите. Меня убивают. Здесь, смотрите, последний финальный раунд. И я просто его руиню как тварь. Я руиню как тварь этот раунд. Абсолютно как тварь. Просто невозможно. Смотрите. Сначала я делаю неудачную попытку завалить двоих. Я убиваю таки одного. Кота херачит. Мы остаемся с Пайпер. И что бы вы думали? Смотрите, какой придурок. У меня остается половину гиперчарджи. Я думаю, я хочу убить красиво с гиперчарджем. У меня Старка на приземление. Я мог бы ее и так сожрать, но у нее есть ульта. Ультой она отпрыгивает, и я подыхаю нахуй. С гиперчарджем мне было бы больше шансов, потому что щит. Я делаю правильный выбор, и я жду гиперчарджа. Думаю, я отмансю. Теперь смотрите. Пока что все идет хорошо. Так, ульта есть. Уже моментов, на которые я мог бы на нее залететь, было куча. Насрать. Я ухожу. Расстояние пока что большое, пока что все правильно. Я держу дистанцию. Так. Теперь смотрите. Она попадает. Окей. Я уже начинаю нервничать. Вот тут уже куча раз я мог бы тапнуть. Но нет, я долбоёб. Зачем тапать? Я жду. Я жду. Дым подбирается. Я получаю урон от дыма. Я получаю ваншот. Идиот! Ёшкин-матрёшкин. Какой же я кретин. Ладно, давайте посмотрим еще один реплейчик. Давай винерский реплейчик посмотрим. И закончим на этом, наверное, обзорчик реплейчиков. Здесь как раз таки я, по-моему, еще не купил себе снарягу. Нет, уже купил. Я чисто пикал Эдгара на злотом чуваку, потому что у него Эдгар тоже фуловый. Мне очень хотелось пикать Эдгара, потому что такой, типа, я, блядь, заработал себе гиперчардж на Эдгара. Я специально задротил в этот сраный режим, чтобы выбить себе этот гиперчардж. Я его выбил, и мне пришлось прокачивать Эдгара, потому что он на этом аккаунте был не прокачан. Я прокачал его до 11-го, но забыл купить все. Я вот в прошлом бою, до этого боя был бой, гол, кстати, красивый был, вот реально, без пизды. Красиво забили, спасибо, ребятки, молодцы, хорошо сыграли. Я их, конечно, обосрал за то, что они мне последнюю катку слили, но тут они нормально все сыграли. Здесь мы нормально с кодом размениваемся. А, по-моему, гола не будет. Нет, гола сейчас не будет, гол будет позже. Вот я ресуюсь. Накурил, блин, в хате, надо теперь проветривать. Там просто холод безумный за окном. У меня обогреватель повсю херачит на полную. У меня из окна, из щели в окне, там где этот самый... Я еще сегодня помылся. Прикиньте. Видите, какая шевелюра, все-таки буду сидеть. Вот это да. Почему я сразу так не сел? Посмотрите, какой имбовый чел. Да, волосы имба, конечно, они такие пушистые стали, жесть. Я помыл другим шампунем. Вообще, сказка просто. Еще и не провонялись куревом до сих пор. Приятно пахнут. Вообще, волосы имба советую. Если у вас нет волос, вы лох. На голове. Если у вас волосы на лице, то вы чуть меньше лох, но даже лох.
Я лох, чуть-чуть. Давайте посмотрим. Это мы смотрели победную катку. Давайте вот эту. Я здесь, да. Вот после того, как он взял вот тут Эдгара, вот 769 у него, я тоже начал... А, нет, стоп. Нет, не та, там не я, Эдгар. Фак. Не, выход, выход, выход. Где там? Вот, он Эдгар. Старплеер, молодец, красава. А вот тут я, Эдгар, и это Виктори. И это мы смотрим и заканчиваем видос. Смотрите, здесь у меня нет снаряги. Да? Да? Ну, чекай. Чекаем. Да, у меня нет снаряги, как видите. У меня только гиперзаряд и гаджет. И, собственно, с этим набором мы постараемся выжить. Смотрим. Я решаю сразу же залетать прямо в очко. Умираю, конечно же, как лох, потому что так играют настоящие пацаны. Я сразу юзаю второй гаджет, у меня есть ульта, я прыгаю сразу же, чтобы ульта сразу накапливалась, бегаю в кустах, это тактика, и жду. Все. Весь геймплей на Эдгаре. Я просто жду, пока мои тиммейты все сделают, чтобы вовремя залететь. Я решаю пробраться к ним в тыл. Так, так, угу, угу. Стратегия, стратегия, сейчас, внимание, сейчас будет киберспорт. Так, я подрубаю. Хоба! Пошел нахер, собираю гемы, включаю овердрайв, оба, на, пошли, хопа, 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 я вздыхаю. Киберспорт, ба, пацаны, зовите Нави, я лучший, я играю здесь, понятно? Я сжираю один гемчик, ладно, нормально, хорошо, хорошо, второй гемчик, нормально, нормально. Так, пацаны там пока разбираются. Так, я такой хопа-хопа-хопа пожрал, пожрал нормально, вкусно, ням-ням-ням. Оба, все, все гемы мои, киберспорт, это игра на Эдгаре. Это, пацаны, респект, уважуха, Эдгар, это мощь. Эдгар, это лучший персонаж игры. Если вы не играете на Эдгаре, вы лох, вы не знаете, как это кидать дизлайк после того, как унизил школьника. Вот смотрите, я не кинул дизлайк, я плохой Эдгар. Эдгары должны кидать дизлайк. Все, на этой ноте дизакидства мы покидаем эту руму. Спасибо за видос. Если на него не поставят ограничения по возрасту, давайте для превьюшки. Йоллоу, уху, блядь. Извините, пожалуйста. Надо как-то, чтобы шевелюра было видно больше. Вот так. Все, есть скрин для превьюшки. Все. Жму вас, ваши пенисы, ребята. Все будет охуенно. Дуйте шмаль, курите наркотики. Не надо этого делать, я пошутил. Все, всем пиз, пока, бувайте. До скорого, до вечера. Гарного вам дня, ночи, хуёчи.